Ожидаемой атаки на Маринку не было. Это подтвердили в штабе АТОМ. Тяжелая артиллерия не применялась. Тем не менее, вечером на подступах к городу шел позиционный бой. Он длился не менее 5 часов. Огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Ранение получил один украинский военный. Вблизи населенного пункта армейцы фиксируют скопление бронетехники. Ночью военнослужащие отмечают гул двигателей тяжелой техники, ну, предположительно танков. По информации местных жителей, в районе Донецка, окраин его, формируется техника, которая выдвигается предположительно также в направлении Маринки, Красногоровки. Отмечены там и танки, и системы залпового огня «Град», живая сила, автомобильная техника. Как сообщают местные жители в соцсетях, во время обстрелов в Маринке сгорел один частный дом. Люди находились в подвале. Обошлось без жертв. В области горячими точками остаются Пески, Опытная, Зайцево, Авдеевка, Майорск и Новгородская. На Луганщине стреляли в районе Попасной.